Приветствую вас, дорогие друзья! В рубрике «Польза и вред» начинаю серию публикаций о сухофруктах, об их полезных свойствах и ограничениях. Сегодня в центре внимания сушеная клюква – один из самых ценных и питательных видов сухофруктов. Тему назвала так – «Сушеная клюква – ягода здоровья». Сушеная клюква обладает всеми полезными свойствами свежей ягоды и при этом долго хранится. Это ягода растения, которое называется клюква четырехлепестковая и относится к семейству вересковых. Всего насчитывают 4 вида этих кустарников. Клюква болотная представляет собой низкорослый кустарник со стелющимися стеблями и мелкими цветочками. Цветет она небольшими розовыми цветками, и происходит это в мае-июне в зависимости от региона. А вот плоды созревают только осенью, не раньше сентября. Первые упоминания в России о клюкве встречаются в XVI веке. В народе ее называли журавиха, веснянка, подснежница. Наверное, природа специально подарила нашей стране клюкву для того, чтобы жители стали здоровее. Клюква – северное растение. Она встречается во многих регионах России, особенно там, где имеются торфяные болота. Но в некоторых районах, где имеются подходящие климатические условия, клюкву культивируют. В настоящее время эта ягода получила распространение в Европе, Азии и Северной Америке. Когда говорят, что сушеная клюква – это ягода здоровья, то имеют в виду ее состав, в который входят антиоксиданты, витамины и минералы. Энергетическая ценность сушеной клюквы составляет 308 килокалорий на 100 граммов. При этом калорийность сушеных и вяленых ягод выше, чем у свежих, поскольку в них уже не содержится вода, а концентрация углеводов и питательных веществ на такую же массу больше. Учитывая высокую калорийность ягод и концентрацию кислот, ежедневная норма не должна превышать 50 граммов. Клюква содержит различные антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами, препятствуют окислительным процессам. Это витамины А и Е, а также аскорбиновая кислота. Клюква является чемпионом по ее содержанию на фоне остальных северных ягод. Кроме того, в сушеной клюкве содержатся различные витамины группы В, которые отвечают за обменные процессы и нормальную работу центральной нервной системы. Клюква – ценный источник витамина К, не уступая капусте и землянике. Исследования показывают, что в состав ягод входят протоантоцианиды, которые при определенных условиях приобретают антиоксидантные свойства. Также клюква содержит дубильные вещества и органические кислоты. Например, в ягодах преобладает лимонная кислота, а также бензойная, хинная, яблочная, олеиновая, уксусовая, в небольших количествах щавелевая и янтарная кислоты. В достаточном количестве в плодах макро- и микроэлементы – калий, фосфор, кальций, железо, а также марганец, молибден, медь и многие другие элементы таблицы Менделеева. Имеющиеся у сушеной клюквы полезные свойства обусловлены ее химическим составом. В официальной и народной медицине она применяется как жаропонижающее средство при различных простудных заболеваниях и ОРВИ, как мягко действующий природный диуретик. Благодаря ее мочегонным средствам клюква используется при лечении гипертонии, как иммуномодулирующее средство, благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты, для профилактики и лечения цистита, а также для нормализации обмена веществ, для лечения стоматологических заболеваний и как средство против цинги. Сушеная клюква полезна для мужского организма и прежде всего в качестве профилактики простатита. Она содержит много веществ, обладающих противовоспалительными и антисептическими свойствами. Эта ягода – природный антибиотик, который борется с бактериальной инфекцией, вызывающей простатит. Кроме того, употребление сушеной клюквы полезно для поддержания нормальной работы мочеполовой системы. Высокое содержание витаминов А и Е делает клюкву более полезной для женского организма, поскольку эти вещества благотворно влияют на репродуктивную функцию. Кроме того, упомянутые выше протоантоцианиды предотвращают цистит, болезнь которой чаще всего развивается у женщин.
антиоксиданты и органические кислоты обеспечивают здоровье кожи. Беременным женщинам надо обязательно вводить в питание сушеную клюкву. В ней много различных микроэлементов и витаминов, необходимых для развития плода. Ягода поможет женщине справиться с токсикозом и отечностью, а также с циститом и пиелонефритом. Женщинам рекомендуются напитки на основе клюквы. Употреблять сушеную клюкву после родов рекомендуется только через 3 месяца. Она может вызвать аллергическую реакцию у младенца. При грудном вскармливании необходимо сократить сушеную клюкву до минимума, то есть не более 4-5 штук в день. Детям до 3 лет можно употреблять только неконцентрированные напитки сушеной клюквы. Деткам старше указанного возраста разрешается клюква в любом виде – каша, десерты, отвары, компоты. При простудных заболеваниях рекомендуется напиток на основе клюквы и меда. Это может избавить ребенка от кашля. Многих интересует, есть ли у сушеной клюквы вредные свойства. Здоровому человеку эта ягода навредить не может. Однако ее не стоит употреблять при воспалительных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, при гастрите, язвенной болезни. В этой культуре содержатся вещества, которые могут усугубить течение подагры и мочекаменной болезни, поскольку они влияют на солевой обмен. Если у человека есть аллергическая реакция на свежие ягоды, то она будет проявляться и на сушеные. В этом случае от них лучше отказаться. По этой же причине клюкву нужно с осторожностью употреблять при беременности и в период лактации. Польза клюквы, в том числе и сушеной, признана официальной медициной. Эти ягоды используются в качестве сырья при изготовлении различных препаратов. Кроме того, учитывая антиоксидантные свойства этого продукта, можно рекомендовать его для снижения жара, устранения воспалительных процессов, расширение сосудов и укрепление капилляров в качестве антисептического средства, а также при лечении пиелонефрита и некоторых других почечных заболеваний. Для улучшения функции желудочно-кишечного тракта при гастрите с пониженной кислотностью. Также врачи рекомендуют пить чай из сухих ягод клюквы в качестве тонизирующего средства. Особенно это важно в послеоперационном периоде. Сушеную клюкву можно употреблять так же, как и любые другие сухофрукты. Любители этой ягоды могут добавлять ее в каши, различную выпечку, булочки, кексы, пироги, различные десерты. Кисло-сладкий вкус делает клюкву хорошей добавкой для различных блюд из свинины, птицы или рыбы. Сушеные ягоды кладут в плов вместо барбариса. Также с ними готовят соусы. Клюква прекрасно сочетается с апельсинами, яблоками, свежими овощами, солеными грибами, орехами. Из клюквы готовят морсы, кисели, желе, а также коктейли, соки, клюквенный квас. Ее добавляют в овощные салаты. В заключение хочу рассказать некоторые интересные факты о сушеной клюкве. О пользе ягод клюквы известно давно. В старину сушеные ягоды и листья на Руси добавляли в напиток, именуемый взварцем. Его пили по утрам вместо привычного чая. Однако есть и другие интересные факты о сушеной клюкве. Например, это то, что свежие ягоды примерно на 90% состоят из воды, в то время как сушеные на 78% из углеводов. В Англии клюкву называли медвежьей ягодой, поскольку эти животные и в самом деле питают к ней пристрастие. Кустарники клюквы живут очень долго, иногда до 100 лет. По содержанию витаминов эти ягоды не уступают цитрусовым и землянике. В народной медицине используют не только ягоды клюквы, но и листья. Из них приготавливают целебные чаи, настои и отвары. Индейцы из клюквы приготавливали пасту для продления срока хранения мяса для сушки. Сок клюквы помогает избавиться от инфекций в мочеполовой системе. Если хранить клюкву в бочке с водой, то можно продлить срок годности до следующего года. Напоследок хочу заметить, что чрезмерное употребление сушеной клюквы поедать не рекомендуется. Просто обязательно введите ее в свой рацион
пейте с ней чай и добавляйте десерты. Будьте здоровы, берегите себя!